Ассаляму алейкум. Наступил благословенный Рамадан, месяц поста и усердного поклонения, месяц проявления щедрости и милосердия. Именно в этом месяце перед верующими открываются такие возможности получить вознаграждение на том свете, которых нет ни в какое другое время. Как вы догадались, с наступлением Рамадана наши истории возвращаются. Готовы слушать новую историю? Тогда сядьте поудобней и сделайте искренние намерения ради Аллаха. Жила когда-то одна женщина. Семья у нее была бедной, и когда ее сын подрос, покинул родной дом и ушел на заработки. Многие месяцы мать не знала, где он находится и чем занимается, и молила Бога о благополучном возвращении своего мальчика. Каждое утро она пекла две лепешки. Одну она клала на стол для своей семьи а другую на подоконник, чтобы любой человек, проходивший мимо, мог взять ее. Она надеялась, что эта лепешка поможет кому-то в его нужде, а ее сыну в трудную минуту по воле Аллаха поможет кто-то другой. Вскоре она заметила, что вторую лепешку постоянно забирает один и тот же человек. Это был старик, каждый день проходивший мимо их дома. Взяв лепешку с подоконника, он вместо благодарности произносил такие слова «Зло вернется злом, а добро вернется добром». Так происходило день за днем, и в конце концов женщина стала сомневаться, что странный старик в самом деле нуждается в еде. А еще она думала, каждый день этот подозрительный человек произносит одно и то же, но что же он имеет в виду, и однажды утром, рассердившись, она решила, что больше не будет класть лепешку на подоконник. Но вскоре ее сердце смягчилось. «Что же я делаю?» – подумала эта женщина. И, приготовив вторую лепешку, положила ее на подоконник. Через некоторое время пришел старик и забрал лепешку с подоконника, пробормотав свои обычные слова «Зло вернется злом, а добро вернется добром». В тот же вечер кто-то постучал в дверь. Когда женщина открыла ее, увидела на пороге своего сына. Он едва держался на ногах и выглядел ужасно. Худой, слабый, в рваной одежде. Войдя он сказал, ⁇ Мама, это просто счастье, что я здесь. Я шел издалека и почти добрался до дома, но от голода потерял сознание. Я, наверное, умер бы, но какой-то старик проходил мимо и был так добр ко мне, что отдал мне целую лепешку. Он сказал, что это его единственная еда на весь день, но он видит, что я нуждаюсь в ней больше, чем он. Когда мать услышала эти слова, ее лицо побледнело, и она прислонилась к стене, чтобы не упасть. Она вспомнила, что в гневе чуть было не передумала петь вторую лепешку, и тогда ее собственный сын мог погибнуть от голода. Так сбылись слова старика добро вернулось добром. Вы видите, что происходит, когда человек делает благие дела искренне ради Аллаха. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Садакату сир, и масари асу». Скрытая милостыня ограждает от неприятностей. Запомните этот хадит и не забывайте делать как можно больше благих деяний искренне ради Аллаха, особенно в этот священный месяц. دونا بخسرتي ان شاء الله السلام عليكم